Я всех приветствую на своем канале. Сегодня я снова в магазине Fix Price. В магазине очень много интересных новинок. Приглашаю вас прогуляться вместе со мной по магазину и посмотреть на новые товары. Интересная новинка для садоводов. Вот такая пила садовая. Лезвие пилы 18 сантиметров. Состав сталь и полипропилен. Ручка у нас из полипропилена. И есть ручки разного цвета. Яркие, зеленые, оранжевые, красные, синие, зеленые. Цена такой пилы садовой 549 тенге. Еще одна интересная новинка для садоводов. Вот такая опора для растений. Высота этой опоры 90,5 сантиметров. Очень большая. Вот такая длинная. Цена такой опоры 999 тенге. В продаже вот такой большой секатор для работы на садовом участке. Ручки очень длинные, примерно сантиметров 30. Большой секатор. Цена такого секатора по карточке 1615 тенге. Впереди у нас лето и вот такая интересная новинка. Масло для загара. Идеальный загар, антиоксидантное действие. Витамин Е с экстрактом дыни. 135 миллилитров. Есть еще такое масло для загара, активатор загара. Масло кокоса, экстракт манго. Объем такой же, 135 миллилитров. Цена 649 тенге. Появился новый гель для душа, увлажняющий, объем 650 миллилитров, производитель России, с ароматом дыни и арбуза. Цена такого геля 649 тенге. А также есть вот такой гель для душа. Фа. Здесь объем 400 мл. Цена 1360 тенге по карте. Появились вот такие интересные подсвечники. Называются Рим. Цена 1299 тенге. Состав гипс, вода, хлопок. В продажу поступили вот такие мягкие органайзеры. Состав рогоз, хлопок. Они довольно-таки мягкие, выполнены, но не совсем аккуратно. Цена такой корзинки 1899 тенге. А также есть в продаже вот такие корзины овальные. Они выполнены уже более аккуратно. Здесь состав полиэстер и хлопок. Размер примерно сантиметров 25. Цена такая же. 1899 тенге. Расцветки есть в ассортименте. Еще одна новинка для детей. Это вот такие симпатичные игрушки. Светящийся цыпленок. Состав термопластичная резина и полиэстер. Расцветки есть абсолютно разные. Цыпленок работает от батареи. Батарейки входят комплект. Они светятся, когда подбрасываешь эту игрушку. Очень мягкие, приятные на ощупь. Цена 449 тенге. Поступили вот такие корзинки универсальные. Материал полипропилен. Есть две удобные ручки. Цена 1899 тенге. А также поступили вот такие большие тазы. Материал тоже полипропилен, таз на 24 литра, цена 1599 тенге. Появились в продаже еще такие тазы. Материал также полипропилен, объем такого 9,5 литров. Расцветки есть разные. Прозрачный полипропилен, цена 733 тенге. Интересные женские спортивные топы. Материал полиамид и эластан. Расцветочки есть разные, размеры тоже есть разные. Цена такого топа 1899 тенге. Довольно-таки хорошее качество. Также появились в продаже еще вот такие топы. Они немножко удлиненные, очень удобные. Цена такого топа 2199 тенге. Состав тот же, очень качественно выполнено. Такие детские свитшоты. Расцветочки есть абсолютно разные. Есть темные,
Есть вот такие светленькие, беленькие. Размеры есть абсолютно разные. Производитель Кыргызстан. Цена такого свитшота 1899 тенге. Продажи вот такое симпатичное полотенце вафельное. Размер его 35 на 60 сантиметров. 100% хлопок. Производитель Россия. Смотрите, какие яркие, симпатичные расцветочки. Цена такого полотенца 439 тенге. Масленка. Состав полистирол, бамбук. Размеры 19 на 12 сантиметров. Цена 999 тенге. Появились в продаже вот такие контейнеры для еды. Есть круглый и есть прямоугольный. Состав боросиликатное стекло и бамбук. Цена 1599 тенге. Продажа вот такая кухонная полочка для хранения посуды, каких-то емкостей. Очень симпатичная. Цена 1899 тенге. Размеры 22 на 15 сантиметров. А также есть в продаже вот такая сушилочка для посуды. Состав нержавеющая сталь. Цена 1299 тенге. Хорошая сушилочка. Поступили в продажу вот такие корзиночки для фруктов. Диаметр такой корзинки 25 сантиметров. Состав углеродистая сталь. Цена 1299 тенге. В продаже есть еще вот такие корзиночки для фруктов. Есть овальной формы, есть квадратной формы. На дне вот такой симпатичный рисунок. Состав полипропилен. Цена такой корзинки 533 тенге. Такой рисуночек еще нашла. Поступили вот такие баночки. Объем такой баночки 1,7 литров. Состав боросиликатное стекло и бамбук. Крышка на бамбуковая на силиконе. Цена такой банки 1299 тенге. А также есть в продаже вот такие бутылки. Объем такой бутылки 1,2 литра. Крышка здесь пробковая. Цена 1599 тенге. Продажа вот такая минажница. Диаметр 26 сантиметров. Состав фарфор. Цена 1599 тенге. Еще одна новинка. Вот такая подставка под емкости для специй. Размеры 30 на 14 сантиметров. Состав углеродистая сталь. Будет выглядеть вот таким образом. Цена 1599 тенге. В продаже появились вот такие кружки с подставкой. Состав боросиликатное стекло и пробка. Объем кружки 480 мл. Цена 1599 тенге. Также есть в продаже такие же термобокалы с такой же подставкой. Объем термобокала 300 мл. Состав такой же. Боросиликатное стекло и пробка. Объем 300 мл. Цена 1299 тенге. Кружка с деревянной ручкой. Объем такой кружки 330 мл. Из серии Белый Лофт. Состав фаянс и бамбук. Цена такой кружки 799 тенге. Также есть в продаже вот такие кружки из боросиликатного стекла с надписями. Объем такой кружки 420 мл. Она очень легкая. Цена 999 тенге. Поступили вот такие искусственные растения Монблан. В таком симпатичном горшочке с надписью. Состав полипропилен, сталь. Очень красивое растение, смотрится реалистично. Цена 2199 тенге.
Есть еще вот такая декорация. Декорация называется винтаж. Они есть в разных вариантах. Состав полипропилен, сталь. Цена 1299 тенге. Очень симпатично смотрится. Еще одна красивая декорация. Называется лаванда в горшочке. Они есть в ассортименте. Смотрите, там какие красивые стоят. Цена 1899 тенге. Смотрится очень реалистично. Ну и, конечно же, по традиции хочу показать свои сегодняшние покупки из магазина Fix Price. Первая моя покупка, в принципе, это повторная покупка, я уже покупала. Это вот такие небольшие кашпо для цветов из полипропилена. Купила вот таких два кашпо. Я уже покупала их однажды, по-моему, штуки 3 или 4, и решила взять еще. У меня очень много разных фиалок, и покупать дорогие горшки для фиалок просто не хочется. А это, ну, очень удобно, удобный размер, высота такого кашпо, такого горшочка 13 сантиметров. То, что нужно для фиалок. И цена совершенно невысокая. Один такой горшок стоит 149 тенге. 149 тенге – это приблизительно где-то 30 российских рублей. Моя следующая покупка из магазина Fix Price – это вот такие замечательные детские сабо. Они есть в магазине Fix Price во всех размерах и абсолютно в разных ярких расцветках. Ну и что приятно порадовало, они не китайского производства, а они российского производства. Есть вот такой удобный ремешок сзади для удобной фиксации. Взяла эти сабо для своего внука. Вот эти дырочки позволяют ноге дышать, их удобно носить во дворе. У меня частный дом. Но единственное, на что обращайте внимание, вот один сабо, посмотрите, здесь дырочки полностью продырявлены, а на втором сабо я не обратила внимания, дырочки с одной стороны есть, а с другой стороны они не были пробиты до конца. Но это не так важно, в принципе, носить внук будет их не постоянно, но даже это не проблема, можно любым металлическим штырем, отверткой самим самостоятельно проделать эти дырочки. Здесь нужно просто, мы уже попробовали, просто протолкнуть вот эту нижнюю часть этой резины. Материал 100% ЭВА, сделано довольно-таки аккуратно, посмотрите. Ну, кроме этих дырочек никаких претензий нет. Стоимость вот таких сабо, детских сабо, стоит 1599 тенге. В российских рублях это приблизительно где-то 300 российских рублей. Взрослые сабо стоят чуть-чуть дороже, 1899 тенге. Вот такая замечательная покупка, очень мне понравилась. Следующая моя покупка из магазина Fix Price – это вот такой органайзер кухонный для холодильника. У него здесь есть вот две такие удобные ручки. Здесь небольшая выемка есть, но это очень удобно как раз для холодильника. Размеры такого органайзера 32 сантиметра на 16 сантиметров, высота 9 сантиметров. Ну и состав я поднесу ближе к экрану, прочитайте сами. Очень трудное название этого состава. Его даже невозможно выговорить. Ну, похож на полипропилен, полипропилен прозрачный, но довольно-таки качественный. Купила я его, естественно, для холодильника. Точно такой же органайзер покупала в прошлом году. До сих пор в прекрасном состоянии. Брала его для фруктов. Ну и теперь вот докупила еще один для овощей. Очень удобно в таких органайзерах хранить фрукты, овощи в холодильнике. Да? Ну и качество мне очень нравится. Производитель, конечно же, Китай. Стоимость такого органайзера 999 тенге. Следующие товары, которые я приобрела в магазине Fix Price, это товары для ухода за телом, за лицом. Есть также мыломоющие средства и товары для дома. Начну вот с такой покупки. Это шампунь Шаума 7 трав с экстрактом 7 трав для нормальных и жирных волос. Объем здесь большой, 650 мл, производитель Россия. Шампунь, в принципе, этот хороший. Я знаю, я периодически
им пользуюсь. Вообще каждый раз стараюсь брать разные шампуни, чтобы не приучать голову к одному и тому же шампуню. Стоимость вот такого шампуня 1599 тенге, ну практически 1600 тенге. 1600 тенге – это чуть больше 300 российских рублей. Это новинка в магазине Fix Price. Это гель для душа с ароматом спелой дыни и арбуза, обладает нежной текстурой и создает обильную пену. Здесь объем тоже 650 грамм. Ну и, в принципе, я уже открыла, понюхала, запах очень приятный и довольно-таки густой гель. Тоже беру часто разные постоянные гели, чтобы был всегда выбор. Стоимость его была абсолютно невысокая. Заплатила я за него 649 тенге. 649 тенге, но это где-то 120-130 российских рублей. Согласитесь, недорого для такого объема. Это товар, который я тоже беру постоянно. Это ополаскиватель для полости рта. В этот раз я взяла вот такой. Такого тоже никогда не видела ополаскиватель. Это тоже новинка, мультивитаминный. Они бывают разные, но стоимость у всех одинаковая. 549 тенге. Следующая моя покупка из магазина Fix Price – это вот такие капсулы для стирки универсальные Vistar. Их здесь 10 капсул. Объем здесь номинальная масса 160 грамм. Но вот капсулы для стирки тоже каждый раз беру разные. Не могу остановиться на одном виде каких-то капсул. Ну, не нравится, как отстирывают большинство капсул. Всегда остаются какие-то загрязнения. И стоимость вот этих 10 капсул 799 тенге. Ну, в принципе, для 10 капсул не такая высокая цена. Следующая моя покупка – покупка для дома. Вот такой набор клеев. Я показывала как-то в одном из своих видео вот этот набор клеев. Здесь суперклей 5 штук по 1,5 грамма и есть универсальный клей 1 штука 30 миллилитров. Не знаю, клей хороший или плохой, но вот срочно понадобился клей, поэтому купила этот набор. Стоимость этого набора 549 тенге. 110-115 российских рублей. Приблизительно где-то так. И последняя моя покупка на сегодня из магазина Fix Price – это соевый соус. Соевый соус, в принципе, он там довольно-таки жиденький, не особенно качественный в Fix Price, но просто срочно понадобился соевый соус, дома закончился, поэтому взяла, купила. Цена у него невысокая – 216, по-моему, тенге. На этом у меня сегодня все. Я показала вам новинки из магазина Fix Price, показала вам свои покупки. Я надеюсь, мое видео вам понравилось. Если так, то подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. Ну, а всем желаю добра, здоровья, позитива. Берегите себя. Всем пока-пока.